Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир Три Тройки. Мы с вами продолжаем проходить игру с модом TNT Revolution. Так, у нас Brutal Pack версия 9 и уровень номер 15. Так, начинаем с... Мы начинаем с конца 14-го. Так, поехали. New Cage Zone. Ого, сразу бензопилу слышно. Так, что у нас тут по этому? Тут перезарядим. БФГ у нас нету. Все здорово. О, блин. Слушайте, прям из кнопки такое ощущение, там этот с пилой чувак. Или нет? У меня хомуха. Грунтомет. Опять вот прям всегда перезаряжает в самый хуевый такой момент. Так, давайте сохраним. Что-то я прям так делаю. TNT. Давай. Уже 3 написал. Так, 15 уровень. Ах ты, сука. Блин, я что, я тебя убил уже 2 раза. Сколько у вас там вообще? Хера. Слушайте, здесь что-то гранатометчиков очень много. Какие-то безбашенные все. Не сбывшиеся мечты, а снайперские винтовки. Всегда иногда клацаю кнопку, чтобы этот включить ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Какого хрена? Слушайте, гранатометчиков что-то очень много, я заметил. Прям скопление так в одном месте. Идет. Блять, сплошные гранатометчики. Надо пробовать. Ёбаный враг. Ёб твою мать, это что за херня такая? Нифига себе. Блять, дождь. Твою мать. Блять, скелеты здесь, еще твою мать, а? Дерьмо. Блять, как его убить, а? Пошел на это. Блять, меня скелет еще, сука, рубит с той стороны. Тварь, убили. Ты, блядь, всю арму потратил. Гни, да? Здесь прям работа дозиметра постоянно так трещит. Блядь, всю 200 прям потратил арму. Оставили.
Ах ты, блин. Читерный этот имп. Так. Тут кого? Ох, нихера он его палит. По-моему, у скелета не очень получается. Да, он так еще на меня еще орет. Ну. Ну вот ты больше на меня смотри, дебил, а? Вместо того, чтобы его палить. Опять повернется скажем. Проебал ты скелет. Помочь ему. По-моему, скелета больше нет. Это ваш урон. Так, сколько? 520 здесь. Ладно, пока брать не будем. Это что там? Ой, бля! Ой, бля! Малина, это гнилая битва. Это что еще такое? Это что? Куда он делся-то? Слышите? Ах ты гнида, а. Ух ты, ёб твою мать! Ёба, блять, скелетом попало меня. Где он? Подох. Ой, блядь. Твою мать, а как так возможно-то? Самое пекло нахуй полез, а? Стопудово сейчас своя эта малина-то. Ха-ха-ха.
много вас тут, очень много. Говорю, суть что творят, да? Так все, малина, малина, лети сюда. Да, мир действительно огромный. Малина здесь летает где-то, я не вижу. Блин, стрёмно что-то летит. Ёбаный в рот, это откуда прилетело так? Какого хрена? Нет, нормально, нет? Зон такой спокойный. Как будто все заебись. Блять, живет что взять? Блин. Салют из малины. Ёбаный в рот, а он... Блядь, сука. Блядь. Блять, ненормально. Блять, я костюм взял и потратил, что добавил. Ёбаный, блин, только этого давно не хватало. Непонятно его. Да, вроде пью. Готов. Пиздец, твою мать. Долбоёб. Перезаряжай. Сука. За луна, а он там стреляет, блядь. Да, это пиздец, конечно. Патроны.
Так. Что у нас? 43. Ну давайте, ладно. Блять, из с этой стороны еще, ёб твою мать. Умер, умер. Малина. Да, пространство что-то здесь такие огромные, прям совсем. Что-то реактивная малина, хренак прилетела. Да их там целый выводок, ёптвою мать. Так, теперь я думаю, можно нажать. И чё, блядь, нажал? О-о-о-о. Это же секрет. Ух, кстати, 5 секретов уровня. Так. 455, ну, возьмем. Че, идем туда? Ух, твою мать. Да нажимал ты кнопочку. Там. Ах ты. Да через клетку не могу сделать. Готов? Нифига себе. Был побит, видимо. Так, ладно. Ну, где ты? Блин, что за читерство, а? Вот это вот. Так. А вот то, что нам нужно.
Вы вообще видели это, а? Сука. С другой стороны обошел меня, сделал пёвы заперел. О, кстати, сюда же перенес. Чудовище ходит. Гни, да? Слышите? Походу, он на выходе. Распилил, кстати. И съебался. Так. Охуенно показалось, да? Сука. И где эта мразота? Вот как это сейчас произошло-то? Ах ты гнида. Чё это такое? Без пива там бегает. Стопудово. И опять съебался. Вот заебись, а. Ладно, берем костюм и валим отсюда. Конечно, блядь, без ключа валим. Ярко, блядь. Где это, сука, вот где он за пива бегает? Ух ты, ё! Это секрет. Между прочим. Оставим пока. Куда идем, что делаем? Слышите, что за хуйня? Понятно. Там помимо этой гниды еще одна была с гранатометом. А
Бозончик здесь напоминает... Че, блядь, ты бегаешь? Бозончик напоминает, как по стрелам играет. На денде. Откуда, мадафака? Только что же слышно было. Да ёбаный в рот. Тут для счета сколько всего. Так, берем одну аптечку. Красавец. Мочи. Ну, блядь. Вы, вам что, пукушки? Вы стреляете? Смотрите, бля, стреляют. Даже по одному, бля, подходит, стреляют. Бля, здесь сейчас... Нет. О, где это?
подожди, все это же начало. Так, это тоже понятно. Так. Так, выстрелом из винтовки включил микрофон. Кстати, желтый ключ надо найти где-то. А, мы вот там, кстати, не были. А, и вот здесь не были, кстати говоря. Давайте сюда сбегаем. Так, что у нас там было? Три костюма. Чё, блядь? Мой косяк не увидел. О, шарик. Ну, помимо шарика здесь еще сюрприз. Блядь, хуйня, еще закрыто все. Поймешь, что лучше, что, блин, брать невидимость или нет. Так. Да, на БФГ вот прям приглядилось бы. Ну, БФГ нет. Ой, зато вот что есть. Critical.
закопали. Что это было? Так, реально. Нихуя себе, блядь. Заебись, да. Так. Ой, блядь, ой, никто не так. Ну так еще нормально. Чуть-чуть прям стало. Тут уже как-то везет, походу, дело. Тут, этот приперся,
А тут явно БФГ нужен. Не понял, хули я тут делаю. А, слушай. Выход открылся. Понятно. У нас есть тут секретный выход. Теперь мы знаем, где он. Самое главное, давайте мы до него дойдем. Так. Нормально так. Так, нам теперь нужен костюмчик. Секретами он, бля, мы только не секрет нашли. О, блин, твою мать! Почему я раньше эту дверь не открыл? Что она синяя была? Вот почему. Это не выход. Блять, это там этот карта. Как это взять? Стоп. Тогда, может быть, налипнем? Блять, нам сейчас так вот необходимо этот пенис, блядь. Ни хера не стреляет. Так, ну, блин, нет так не понимаю. Что это было? Так, нам получается надо сейчас взять... А, стоп! Подождите, а что тогда там? Сейчас быстро посмотрим. Как все ходят до сих пор. К ним прийти туда нельзя. Ладно, тогда фиг с ними. Давайте соберем костюмы и валим. Блять, что за подарок судьбы, а? Сука. Секрета.
Так, подожди, что он делает. Блин, я сейчас закончу. Пиздата получилось, а? Блин, давай стреляй, сука! Он увидит, что ли? Валили. Пиздец. Блять, блять, еще один ёбаный брось стрел. Ты там тут куда стреляешь, твою мать? Не потому стреляю. Или он его убил? Реально убил. Или мне сейчас просто прилетит? Да, слушайте, он его загасил, нифига себе. Молодец какой. Так. Ну что ж, друзья, с вами был Саша Перетрохин на канале про геймы. Всем спасибо и до новых встреч.